выиграла 2 Уимблдона. Шикарно принимает. Правда, и Петра выигрывал. В 11-м. Ну, здесь спокойно разбирает. Хороший выход вперед. И уйдет здесь мяч. Молодец. Это и Дубая не получились. У Илины. Ой, как укоротило. Просто фантастика. И вновь в эту же точку. Вот тоже показала, что умеет укорачивать. Светолина великолепно заставила прилично побегать Квитову. Петра. Вид-то недовольный, но поаплодировать надо. Ой, как подсела под мяч. Здесь великолепно все разыгрывает Светолина на будку. А здесь идеально вошло. Как шикарно сыграла глубоко. Шикарно приняла и доиграла Элина. У Элины всплесками, да? Ну, здесь отдала инициативу. О-о-о, как отыгрывает его. Ускорила как. Да, идеально опять. Ну, сейчас новые мячи, может быть. За счет них удастся прервать эту серию. Это оригинально, впервые ей предстоит играть в ангаре. Нет, свое решение. Здесь шикарно играет. Итак, выигрывает сет Петра Квитова. Не без проблем, но все-таки выигрывает стартовый гейм. Ой, как обводит. Шикарно. И зарабатывает брейкпоинт. Делает брейк Светолина. Смотрите-ка. Геймы на подаче своей. Фу-ху. Ну, с такими приемами соперница, конечно. Подача все решила. Ну, она собралась. Здорово подавала выставочного турнира. Шикарный перевод. Просто.
А вот уже и нет. Вот это было просто невероятное. Хорошее передвижение. И как здесь. Свеча уже просто из последнего, да? Великолепный, укороченный. Шанс у Петры на протяжении всего сета. Но... Так, 6-1. Берет сет. Но все равно, вот счет большой, но так не совсем уж прям огромное преимущество было Элины. Но... Уходит мяч в длину. Ну вот, не знаю, там мяч попадал в корт. Ой, какая умница Элина, а? Возьмет два мяча подряд. Ой, шикарный перевод. Почему же не сыграла в открытый угол? Вот только сейчас, но... Уже готова была Элина к этому. Но удар раньше... Лучше... Но не получилось. Так не удалось выполнить вот эту задачу минимум, выиграть оба мяча на своей подаче. И теперь Элина Свитолина может завершить все в свою пользу. Она в двух мячах от победы на турнире. И вот уже один мяч до победы. Так Элина Свитолина выигрывает турнир. 3-6, 6-1, 10-5. Это титул вот первой части турнира, да, в Берлине, который проходил на травяном покрытии. Но финал состоялся здесь, в ангаре номер 6. В связи с тем, что в среду дождь не позволил провести финал на травяном покрытии. Но девушки могут сыграть между собой еще в воскресенье.
если дойдут до финала уже вот хардовой части. Да, Элина завтра сыграет в полуфинале, как и Петра. Ну, а сегодня определятся их соперницы. Да, Александр Вечич встретится с Андреем Петковичем, Анастасия Севастова с Кики Бертенс. Так что еще один матч Квитова и Свитолиной мы можем увидеть уже в воскресенье. Ну, а пока Элина выигрывает выставочный турнир в Берлине. Первый. Молодец, очень... нестабильно сыграла первый сет, да, но затем смогла все изменить и продержалась. Well done, Elina. Congratulations to you. Здорово в супер тайбрейке. Ну что ж, Элина, поздравляем, твоя первая победа. Первый сет был быстрый, она играла очень хорошо. Во втором сете все изменилось. Что изменилось вообще? А, хороший матч. Ожидала сложный, знала, что сильно бьет по мячу Петра. Я счастлива, что выиграла. Ну, я два матча уже играл до этого. Ну, два матча уже сыграл, они хорошие. Ну, ты все дольше и дольше розыгрыши были. А соперница допускала ошибок, может быть, это был ключевой факт. Затягивает розыгрыш. Ну, я лучше двигаться стала. Ну и мне кажется, что в целом все сложилось, да? Подавала лучше гораздо. Это очень важный момент. Так что все сложилось воедино. Ну и супер тайбрейк тоже. Так что хороший матч. Так, один турнир закончился, второй начинается завтра для тебя. Ждешь? Да, конечно. Я уже матч провела здесь, на этом покрытии. Так что это преимущество. Ну, другой формат, да, к чему мы привыкли, но приятно игрокам вообще проводить некоторые матчи. Элина Свитолина, поздравляем ее. Поздравляем и Петру, на самом деле. Большая молодец. Хороший матч девушки выдали.